Итак, жители Ютуба, здрасте. Сегодня у меня гора мусора на столе, как всегда. Так что ничего нового. Вот такая вот посылочка. Стоимость этой посылочки 15 центов. По сути, должно было быть 15 вот таких товарчиков. А пока я их ищу, расскажу, что такое кэшбэк. Кэшбэк — это сервис возврата денег за покупки на AliExpress. Что, неинтересно, да? Ну ладно. В общем, китайцы там закладывают некоторый процент на рекламу. И часть этих денег вы можете вернуть себе, как изучать его там. Все будет в описании. Ну вот, в общем, 5 таких, 5 таких и 5 таких. Вот они, в общем, 15 штук. Компактно ужатые китайцам до состояния одной штуки. Это что, мое? Мое, мне, ко мне, для меня. Да, тут штрих-код какой-то странный. Ну да и ладно. Так, открываем, взорвали мы это, взрезали. И вот такая вот, в принципе, шкряблка. Ну, пойдет нам стены обдирать. Посуду мыть такой страшно. Ну, вроде не бэушная и не вонючая. Ну, что про нее рассказывать? Товарчик так, так себе. Спорить буду, конечно, по полной. Да, что там в доставке у нас? Какой-то, вот номер отслеживания, номер заказа. Причем чей-то. Предыдущий, видимо. Ну все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вступайте в группы. Изучайте кэшбэк. Все, всем пока, всем счастливо. До новых распаковок.